Всем привет, меня зовут Ника, в этом видео сегодня будем показать одежду, которую я заказала на осень. Которую я буду носить весь этот сезон. И про многие вещи мой инстаграм уже просто разрывается. Где я купила свитер с этой фотографии, где я купила тот или иной чехол, где я заказала пальто, рюкзак, просто всегда обо всем люди спрашивают. Но я никогда не отвечаю на эти вопросы, пока не сниму видео-хол и не покажу вам всю одежду. Ребят, просто традиция начинать хол-видео с Ромби. Это, наверное, знают все, потому что в каждом видео первым делом я показываю одежду с сайта Ромби. Так вы знаете, что я с них заказываю очень часто одежду, то есть каждый сезон я там заказываю одежду. У меня есть куча одежды с их сайта. Давайте начнем. Сегодня я покажу вам три вещи, не две. Первое, это вот такое вот платье, в которое я просто влюбилась, когда увидела. Оно обычное, черное, очень свободное. Я обожаю свободные вещи. Это самая уютная и комфортная одежда, в которой только можно ходить. И именно это платье относится к этой категории. Вот обычное черное платье, да, вот вы смотрите обычное черное платье, которое украшает вот эта деталь. Это очень красиво. Следующее, это такая черная кофта с принтом. Тут нарисованы белые кактусы. В ней я ходила на концерт прошлой Молли, и многие на фоточке видели. В директе спрашивали, где же я купила эту кофточку. Так вот, ребят, Ромби. Нет, и третья вещь не черного цвета. Это тот самый свитер, о котором все вы меня спрашиваете. Он просто гигантский, серьезно. Его нужно надевать именно под что-то, потому что если вы его наденете на голое тело, здесь нереально огромный вырез. Вообще, конкретно для меня. Я советую надевать под какие-нибудь рубашки, футболки. Это очень красиво будет смотреться. Он нереально уютный. С их сайтом мы закончили. Сейчас я хотела бы вам показать чехлы, которые заказала на телефон. Там вышел такой фейл, что я заказала два классных чехла. Прям реально они очень красивые. Я уже представляла, как они круто будут смотреться на моем телефоне. Но вместо них мне прислали какие-то другие дешевые чехлы. Мне прислали вот этот, который сейчас на телефоне. Здесь утолщенные края. Это, может быть, как-то смягчает падение телефона, я не знаю. Второй это вот такой, который очень убого смотрится на телефоне. Здесь огроменный вырез под вспышку, я такого просто ненавижу, я считаю, что это очень некрасиво смотрится. Следующий чехол, который просто, наверное, захватил интернет. Есть разные виды этого чехла. Сима, проходи. В общем, это вот такой вот розовый милый чехол с киской. И эта киска объемная. Следующие два чехла, которые я заказывала специально прозрачным, так вышло, что у меня теперь очень много прозрачных чехлов. Это такой прозрачный чехол, у которого края выделены серебристым цветом. И самый обыкновенный прозрачный чехол, который, наверное, был у всех. Следующее, что я ждала больше всего на свете, это два пальто. Так как у меня было черное пальто, о котором я выслушивала всегда просто положительные эмоции и комментарии, всегда меня все спрашивали, где я его купила. К сожалению, оно скатало. Уже ужасно, на него дико липнет шерсть, а у меня, извините, серая кошка и белая собака, и то есть у меня тут белая-серая шерсть просто по всей квартире. Это было невыносимо. Я заказала себе новое пальто, вот такое вот, черное, оно очень мягкое, очень удобное, оно просто огромное. Насколько я знаю, это тип oversize. Он смотрится как какой-то, мне прям мешок, мне это очень нравится. Очень похожее пальто по качеству, даже по ширине, это такое вот грязно-розовый цвет просто. Когда я на картинке видела этот цвет, я влюбилась. Но я думала, что я люблю какой-нибудь ярко-розовый, просто нежно-розовый, но пришел в идеальный цвет. Оно безумно крутое. Ну, вы, конечно же, увидите кадры поближе. Это вот такой рюкзак, когда я увидела серый. Я его, конечно же, заказала. В нем влезает два учебника, потом все тетрадки по предметам, пенал, расческа, еда. Все влезает, то есть, я не знаю, у меня как-то автоматически так выходит со всеми сумками. Такой миниатюрный красивый рюкзак. А я ж не сказала. В общем-то, чехлы, пальто, рюкзак и остальные свитера, которые я вам покажу, и одно платье, это все Milky White Store. Ссылку вы найдете в описании. Этих вещей в альбоме нет, так как это индивидуальный заказ. То есть, вы можете, к примеру, сейчас меня заскринить, скинуть эту фотографию в Milky White Store Ирине Колесниковой и спросить, могу ли я такое заказать. Сразу говорю, так как администратору приходит реально очень много вопросов, а могу я заказать, и когда они узнают стоимость доставки в другой город, они отказываются. Ребята, имейте в виду, что доставка не бесплатная, то есть на почте России какая доставка выйдет, то это плюс к вашей цене. Следующее, ребят, это просто, это фиаско, братан. Я думаю, многие из вас знают, что раньше еще я заказывала одежду с Shein сайта, и там я заказывала вот такой свитер. Очень давно, это нужно порыться в старых видео-хол, которые примерно
за зиму. Он мне настолько понравился, что я просто, я его реально носила, не снимая, под пальто смотрится офигенно. Я его настолько полюбила, что заказала такое же, только другого песочного цвета, длинное, как платье, то есть, ну, оно где-то до колена. И это просто любовь, ребят, у меня здесь два любимых свитера, они еще и одинаковые, только с разных магазинов. Потому что, ребят, я так обожаю большие вещи, особенно если это платье ты надеваешь, ты просто как в скафандре, как в свободном двигаешься, передвигаешься, и это просто реально очень круто. Следующее, что оказалось мне, блин, маленьким, скорее всего, я это продам, это вот такое обалденное платье. С моим ростом 160, оно мне оказалось коротким. В общем, кто чуть ниже, чем 160, и вас заинтересовало это платье, добро пожаловать на Second Box, я его выложу туда. Это мой магазин, где мы с подругами продаем вещи, которые либо мы не носим давно, либо новые, но не подошли по размеру, как, собственно, вот это платье. Поэтому переходите обязательно, ссылка будет в описании. Последняя кофточка, которую я заказала. Такая вот розовенькая. Я вообще не так поперла на розовые, песочные, такие классные, теплые цвета. И чуть не забыла, то, что сейчас на мне, это платье из Остин. Платье-балахон, которое мне понравилось. Оно такое... Даже я бы сказала праздничность. В общем, это надпись рецепта от меня, и поэтому я его купила. На этом мое видео подходит к концу. Я показала вам все, что заказала на осень. Я считаю, что это очень красиво, стильно, удобно в первую очередь. И если вам что-то понравилось, то обязательно заказывайте. Все ссылки вы найдете в описании. Я вас всех очень люблю. Спасибо за просмотр и всем пока.